Привет, друзья! Сегодня на канале Рыбакит трансляция. Мы идем с утра и до вечера рисуем разные рисунки, в основном для детей. А сейчас мы рисуем букву Z, потому что 1 сентября учеба, и можно научиться рисовать букву Z, к примеру. Ну, я думаю, что для детей уже это как бы легко, но можно придумать из буквы Z зебру. Так, вот нарисовать зебру и сюда. Мы нарисовали букву Z. Мы такой рисовали с Аней, девочкой, и очень хорошо ей понравилось. Хотя она ходит во второй класс, кажется, ей понравилось. Букву Z мы сделаем из нее сейчас, за 5 минут, большую-большую зебру. Мы нарисуем ей морду, это такой нос. Здесь нарисуем глаза. Морда черная у зебры, и улыбочка есть. А теперь нарисуем уши. Уши и много черных полосочек. Вот так рисуем черные полосочки. И у нас получается буква Z. Очень просто. Вот так вот, буква Z. И, конечно же, не забудем нарисовать гриву букве Z нашей зебры. Такая вот буква Z. Простая вещь, но мне кажется, очень интересно это сделать. И очень просто. Дальше мы будем рисовать крокодила, букву А как аллигатора. И еще одну, несколько букв мы сегодня нарисуем. Я посмотрю, сможет ли вы нарисовать и прислать такие рисунки для нас. Так, а теперь маленькая-маленькая пауза и начинаем букву А рисовать. Проверяем. Привет. Приходите к нам. Ваня рисует с нами тоже. Там целая куча работ. Сейчас уже, не знаю, рисунков 100 нарисовали. Да. Но пока играй, Ваня. Играй. Ваня играет. Так.